Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска прокурору города Ярославля. Напомним, прокуратура опротестовала действия горосбиркома, передавшего партийный мандат депутата муниципалитета Марине Поляковой. В надзорном органе посчитали, что при этом был нарушен закон, и больше прав на освободившееся место в парламенте имеет другой представитель патриотов России Александр Цветков, набравший больше голосов на выборах. Однако чаша весов Фемиды склонилась в пользу Марины Поляковой. Она сохранила за собой депутатское кресло, переданное ей горосбиркомом в конце ноября прошлого года. Решение суда фактически означает, что приоритет при распределении партийных мандатов остается за избиркомом, а не за региональным отделением партии. В то же время последняя точка в этом споре еще не поставлена. Как сообщил городскому телеканалу Александр Цветков, он, как заинтересованное лицо, намерен обжаловать решение вышестоящей инстанции. Дело не в мандате, а в принципе, считает политик.